отдельной информации у нас нету, да? А скажите, пожалуйста, композитные материалы какой фирмы вообще используются, вы знаете? Ну, вся гидравлическая часть заявлена как Windows. Всем Грюнхас стал делать. Изначально была предыдущая линейка, там у нас носила, была другая. Вот с прошлого года стали уже пришли так. Вентилятор Файм, да? Да. Ну, мы активно со второй половины прошлого года начали. Это модельный ряд получается от 24 до 32 киловатт. Каких-то низких по мощности нет. 20-киловаттный будет котел. Ага. А отличие? А вся гидравлика у него, вся нижняя часть, да, соответственно, такое же здесь. Ага. А, тоже вентилятор Файм, но там немного другой, другая помощь. Ну и другой в него роли. Соответственно, горелка тоже меньше, так как мощность меньше, да, 22. Но будет в этом году. А, ну хотя бы, скажем так, в курсе, не в курсе насчет того настройка с газоанализатором. Просто вот сейчас интересный момент, есть автоматически настраиваться. Зайдите к соседям. Если я не слышал, то...